Фархот Межалилович, здравствуйте. Расскажите, чем опасны запоры для прямой кишки? Здравствуйте. Рассмотрим, как выглядит прямая кишка изнутри. А теперь мы рассмотрим прямую кишку, когда в состоянии запора. При состоянии запора прямой кишки каловая масса находится вот в таком состоянии. И когда вот такая масса будет выходить, они, конечно же, будут повреждать задний проход, анальное отверстие. Так вот, при запоре стул твердеет, и за счет этого он становится даже как камень. И вот эти массы, когда они выходят, они повреждают, во-первых, всю нижнюю часть ануса, во-вторых, это все очень трудно выходит через толстый кишечник, и постоянные запоры, они вызывают проблемы как толстого кишечника, так и верхних этажей кишечника и желудочно-кишечного тракта. Большое спасибо. Берегите себя и свое здоровье.